джаз, мама рок-н-ролл. Я люблю смотреть по телевизору футбол. Дочь по пустякам поднимает крик, сын несет из школы полный бойками дневник. Для тебя и меня мир всегда наполнен светом. Ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом. Где любовь, детский смех, настроение хорошее у всех. И песни, и пускай мир кругом разрушают перемены, нам с тобой день за днем помогают наши стены. А иначе нельзя, потому что мы команда, мы семья. Вопреки ветрам, вопреки штормам, на семейной лодке мы пустились по волнам. Друг без друга нам удержать нельзя, потому что мы команда, мы одна семья. Для тебя и меня не всегда наполнен светом, ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом, где любовь, детский смех, настроение. И песни, и пускай мир кругом разрушают перемены, нам с тобой день за днем помогают наши стены. А иначе нельзя, потому что мы команда, мы семья. Добрый день, дорогие друзья! Семья. Семья – это жизнь. Семья – это дом. Семья – это нерушимая связь поколений, сохранение и продолжение традиций. Именно в семье человек познает окружающий мир, впитывает духовно-нравственные ценности и традиции своего народа, учится любви к родине и своим близким. Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен годом семьи. По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова федеральный год семьи дополнен региональным годом детства. С самого детства для каждого семья – самое уютное и теплое место на земле, где ты по-настоящему счастлив. Семья – это место, где начинается жизнь и никогда не заканчивается любовь. Дорогие друзья, ерусалимцы, с годом семьи вас и годом детства! С праздником! На сцену приглашается заместитель главы Ямальского района Сергей Александрович Стеблянко. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на открытии года семьи в Ямальском районе, который объявил наш президент Владимир Путин. Самое главное предназначение семьи – это рождение детей. Это продолжение рода, продолжение нашей истории и продолжение нашего народа. Семья – это наша культура, семья – это наши традиции, наша индивидуальность и наш национальный характер. Самое главное, что наши семьи прививают нашим детям – это любовь к родителям, уважение к старшим, целеустремленность и ответственность за самих себя, за близких им людей и за нашу Родину. Уверен, что год семьи в Ямальском районе придет при вашем участии, потому что только мы с вами сможем привить те традиционные семейные ценности и сможем этим обеспечить крепкую надежную связь между поколениями, а значит сможем обеспечить будущее нашей страны. Поздравляю вас с открытием года семьи в Ямальском районе. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования нагрудным знаком
почетный работник сферы образования Российской Федерации. Награждаются Бердникова Антонина Николаевна, учитель информатики Ямальской школы-интернат имени Василия Давыдова. Скажу пару слов. Я скажу, хочу выразить слова признательности родному коллективу Ямальской школы-интерната, детям, родителям, своим коллегам, потому что один человек в поле не воин. И поздравляю всех присутствующих с годом семьи, любви и верности. Очень волнуюсь, хотя часто приходилось бывать на сцене и хочу пожелать, чтобы сделать рекламу своей профессии. Многие говорят, что учитель – это сложно. Нет, если вы любите людей, если вы знаете, о чем вы говорите, если вы немного артист и психолог, то, пожалуйста, в нашу профессию. Это очень интересно. Спасибо. Солодовникова Светлана Ивановна. Заместитель начальника департамента образования администрации Ямальского района. Хочу сказать большое спасибо вообще всему педагогическому сообществу, родительскому сообществу, детям, которые нам помогают делать все то, за что потом мы получаем такие высокие награды. И поздравляю всех собравшихся с годом семьи и года детства. Годом детства! За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждаются Моисеенко Валентина Анатольевна, воспитатель детского сада «Солнышко». Саратетта Надежда Аниковна, воспитатель детского сада «Солнышко». Семьи и детства. И хочу выразить огромную благодарность, где я работала много лет, детскому саду «Солнышко». Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Дорогие друзья, еще раз громче аплодисменты за эти замечательные, высокие и заслуженные награды нашим воспитателям. Ведь именно учителя и воспитатели помогают нам отправить наших детей в светлое будущее. Мы воспитываем, они образовывают. Только в тандеме эти два качества дают возможность в будущем. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы продолжаем наш праздник семьи. Семья – это сердца в одном ритме, мечты одним курсом. Семья дает человеку крылья. Семья – это дружба и единение. Россия – это большая, единая, дружная, многонациональная семья.
И в этот день мы, как всегда, вместе. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Слове мы 100 000 я, большие глаза казарны, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, в городах веселых. Над тобою солнце светит, родина моя. На свете, родина моя, я люблю страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями вывни спину. Все на свете сможем я и ты. Я приду, земля, к твоим березам я взгляну, в глаза веселым грозам, и смеясь от счастья упаду в твои цветы. Обняла весна цветная ширь твоих степей. У тебя страна, я знаю, солнечно в судьбе. Нет тебе конца и нет начала, и текут светло и величаво реки необъятные, как песня о тебе, как будто праздник. Будут на тебя звезды удивленно смотреть. Куда бы ни привели нас жизненные пути и маршруты, мы всегда рады вернуться к отчему дому, к родному порогу. Час, день, год остановить нельзя. Тает над горизонтом еще одна заря. Земля мчится вдаль сквозь тысячи солнечных лет. Зачем и куда? Я все время ищу ответ. Каждому понятно, нет пути обратно. Финиш у старта, идем только раз. Где мы будем завтра? Мини-необъятно. Надо выбирать.
назад. Над горизонтом гаснет еще один закат. Раскрась белый флаг, мечта выбирает таких, кто здесь не гостят, кто в ответе за каждый миг. Каждому понятно, не пути обратно, финиш во старта идем только раз. Где мы будем завтра, в мире необъятно, надо выбирать только здесь и сейчас. Каждому понятно, нет пути обратно, к финишу от старта идем только раз. Где мы будем завтра, в мире необъятно, надо выбирать только здесь и сейчас. Каждому понятно, нет пути обратно, к финишу от старта идем только раз. Где мы будем завтра, в мире необъятно, надо выбирать только здесь и сейчас. Каждому из нас. У каждого отца ребенок – это настоящее счастье. Но если это дочка, это еще и драгоценность. Но, к сожалению, с этой драгоценностью когда-нибудь придется проститься. Из дома на даму взрослую похожа, и куклы те, что я дарил ей, остались без хозяйки юной, и те слова, что говорил ей, упали вздохом семиструнным. Я тебя люблю, доченька, за тебя молюсь, доченька, за тебя боюсь, доченька, как ты там без меня. Счастлива же будь, доченька, и удачлива, доченька, от твоей любви, доченька, на сердце весна. Домой я поздно возвращался, а ты спала в своей кроватке, исчезала вмиг усталость, когда глядел на сон твой сладко. Из детских платьев вырастая, часто ссоры задевала, но я, как лед весенний, таял, когда меня ты целовала. Я тебя люблю, доченька, за тебя молюсь, доченька, за тебя боюсь, доченька, как ты там без меня.
счастлива же будь, доченька, и удачлива, доченька, от твоей любви, доченька, на сердце весна. Все повторяется на свете, не изменяется с годами. От нас уходят наши дети, когда-то было так и с нами. Дай Бог им горя не увидеть, живя в душе с мечтой заветной. Дай Бог друг друга не обидеть, храня любовь свою и верность. Я тебя люблю, доченька, за тебя молюсь, доченька, за тебя боюсь, доченька, как ты там без меня. Счастлива же будь, доченька, и удачлива, доченька, от твоей любви, доченька, на сердце весна. От твоей любви, доченька, на сердце весна. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без здравоучения, я здесь давно. А я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, когда поймешь, почему все то, что мы не смогли, мы воплотим в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему за то, что мы не смогли, мы воплотим в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Это время я многое, наверное, изменила бы без сожаления. Ну что, скажи свое мнение, тебе ж не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, я не хочу тебя учить, но знай, любой момент с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын,
почему? За то, что мы не смогли, мы воплотим тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется стать дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешься дверь и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь почему. За то, что мы не смогли, мы воплотим тебе. Доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все то, что мы не смогли, мы воплотим в тебе. Мы счастливы, когда смеются дети, сияет солнце в вышине над головой, когда щебечут птицы на рассвете, когда сидим мы за столом своей семьей, и белый аист крылья расправляет. На счастье и любовь благословляет. Где это было, когда это было? В детстве, а может, во сне? Аист на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудеса в небо, странствия дальних, символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть сгинут во мгле. Ну а в том доме под крышей девчонка счастье так ждет. Люди в Нью-Йорке, Берлине, Париже, верьте друг другу и мне. Айс на крыше, счастье под крышей, мир на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гинут во мгле. Встретиться нас заставит.
Понимаешь, все еще будет, сто концов убегают дети, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно, та же птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке им утомиться тоже ведь не годится. Трудно с ним, понимаешь?
Я иногда открываю семейный альбом. Здесь вся семья, нашей жизни роман и соната. Свои фото мы смотрим с детьми, позабыв обо всем. И продолжение альбома здесь будет когда-то.
небо звездно. Чего нам ждать, весны или зимы? Скажи мне все, а если будет поздно, то виноваты будем только мы. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Ответьте!
терпеть эту землю. Под высокими зорями, с песней белого севера, с небом юга лазоревым, с тем, что в сердце прописано и вовек не стирается. Над седыми Курилами новый день загорается. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Как воспеть эту землю, все, что прожито, пройдено, все, что в будни и в праздники именуется родиной, со степями широкими, с перелетными стаями, с городами далекими, молодыми и старыми. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт Году семьи в России 23 января в рамках Всероссийского форума «Родные, любимые». Форум проходил на ВДНХ на полях выставки «Россия». На форум в числе 12 пар из различных регионов, представляя Уральский федеральный округ, были приглашены Александр Худи и Илона Акатетта. Мы приглашаем наших счастливых, красивых, уважаемых молодоженов под бурные несмолкающие аплодисменты на сцену, друзья! Нельзя не отметить, что в городе Москва, на ВДНХ, на Всероссийском форуме «Родные и любимые» состоялось их бракосочетание, друзья! И вместе с другими молодоженами Александр и Илона приняли участие в церемонии зажжения Всероссийского семейного очага и привезли символическое пламя Года семьи в Салехар. Символическое пламя на счастье всем семьям Уральского федерального округа было торжественно передано в окружной ЗАГС и храм Петра и Павла в Салехарде. Давайте еще раз поприветствуем новобрачных и дружно вместе. Друзья, поаплодируем, конечно же. И после все вместе поздравим на 3-4. Три раза поздравляем. 3-4. Поздравляем! 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 Ура! Ну и вместе с поздравлениями, да, Александра и Илоночка, примите, пожалуйста, этот подарок. Мы желаем вам счастья, любви, верности, много-много-много детей, внуков, правнуков, правнуков, конечно, и долгих прекрасных лет совместной жизни. Еще раз аплодисменты этим замечательным ребяткам, этой замечательной паре. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле, каждый колокольчик.
вечные споры. Семья — это искренний свет. Семья — это главные роли. Семья — это важно для всех. Дорогие друзья, ярсалинцы, ямальцы, мы еще раз желаем вам счастья, здоровья, тепла, добра вашим семьям, мирного неба над головой. И, конечно же, еще раз искренне, с огромным удовольствием поздравляем вас с наступившим годом семьи и годом детства. С праздником!